Театральный состав Акмолинского областного казахского музыкально-драматического театра имени Шахмета Кусаинова начал свое гастрольное турне по нефтяному региону. Коллектив театра из Кокшетау вчера поставил свою первую постановку. Всего зрителям представят несколько новых спектаклей. А вот сам тур продлится 4 дня. В первый день зрители порадовали постановкой «Алдаспан» Ерсаина Тлеубая. Спектакль о Жумабеке Ташенове, общественном деятеле, который в одиночку выступал против власти СССР за сохранение целостности казахской земли. В то время, как было снято несколько документальных фильмов о нем, опубликованы обширные работы. Многие до сих пор не знают об этой выдающейся личности, говорит актер, сыгравший Жумабека Ташенова. Раскрыть образ Ташенова было непросто, потому что нет никаких данных. Я много искал, чтобы воспроизвести его голос, его поведение. Общался с семьей. 2 месяца я как будто формировал образ. Думаю, сегодня народ увидит и даст оценку. Атраусы заполнили зал. Зрители увидели историю Казахстана в этот период. Мы сегодня с коллективом пришли на представление. Со спектакля мы уезжаем, узнав историю. Очень понравилось. Отметим, что с 14 по 18 апреля запланировано несколько спектаклей на сцене Казахского драматического театра имени Махамбета. 15 апреля спектакль «Экзамен» по мотивам пьесы драматурга Разумовская. 17 апреля «Богатство Бразилии» Мамаду для детей. Искандер Абильда, Астанай Бахыт, Артур Ботпанов, служба новостей.